Никакого фастфуда. Дональд Трамп сел на диету. Кто заставил президента отказаться от любимых гамбургеров? Об этом и не только узнаете из нашего обзора. Кому не погода, ни почем. В Британии пассажиры поезда устроили вечеринку, застряв в дороге на 15 часов. Путешествие из Лондона в Борнмут затянулось из-за сугробов на рельсах. Коротать время пришлось с песнями и плясками. Радуются весенней зиме и в Нидерландах. В Амстердаме наконец-то замерзли каналы. Теперь жители города и туристы рассекают по ним не в гондолах, а на коньках. В Бразилии благодаря проливным дождям популярный пешеходный маршрут превратился в дайверский. Необычный природный феномен наблюдают в муниципалитете Бонита. Туристическую тропу залила вышедшая с берегов река, но вода в ней настолько чистая и прозрачная, что пешеходным маршрутом теперь наслаждаются дайверы. Старые традиции на новый лад. В Китае на фестивале фонариков в небо запустили дроны. Над городом Сиань сотни беспилотников загорались разными цветами, формируя фигурки и узоры. Шоу длилось 10 минут. Для зрителей в небе танцевали 5000 дронов. Случайно попались. В штате Аризона двое незадачливых воров попытались спрятаться от погони в полицейском участке. Парочка погорела на краже в торговом центре города Пеория. Удирая от стражей порядка, парень и девушка одолели ограду и притаились во дворе, как оказалось, полицейского участка, прямо на виду камер видеонаблюдения. Там их и арестовали. Чудесное превращение. Весивший больше центнера парень похудел и стал похож на диснеевского принца. Пользователь сервиса Reddit по имени Джефф, сбросив 34 килограмма, поделился своими фото до и после. Снимки собрали более 110 тысяч лайков. В комментариях шутят, мол, Шрек превратился в сказочного принца. А вот кому грозит обратное превращение, так это американцу Дону Горске. По его подсчетам, к маю он съест свой 30-тысячный Биг Мак. Фанат сэндвича употребляет этот фастфуд 44 года, почти ежедневно. О достижениях Горске уже есть запись в книге рекордов Гиннесса. Его называют человеком, который съел Биг Маков больше всех на планете. Завидовать простому американцу может президент США. Дональд Трамп перешел с фастфуда на здоровую еду. Произошло это после январского медосмотра. У политического лидера обнаружили признаки начинающегося ожирения. При росте 190 сантиметров вес президента составил почти 109 килограммов. Уже несколько недель никто не видел Трампа за поеданием его любимых гамбургеров. Теперь в рационе президента больше супов, салатов и рыбы.